Если вы изменяете своей жене неохотно, значит, вы ее любите. Дышать опасно, летать рискованно, есть чревато. Словом, специалисты жить не рекомендуют. Ничем в жизни человек так не обеспечен, как тоской, оттого и тоскуем, что ко всему привыкаем. Население делится на дачников и неудачников. Одна голова хорошо, а две лучше, если ты не между ними. Все мы твари на этой земле, особенно некоторые. К сожалению, женщиной неопределенного возраста можно быть до определенного возраста. Идиоты – это люди, которые видят мир иначе, чем я. Ничто так не старит, как лицо. Оно держится, держится, а потом вдруг за одну ночь, как оползень, бах. Это даже мужикам тяжело пережить, а уж женщинам. С нормальной мужику скучно, как в филармонии. С психопаткой интересно, никогда не знаешь, что она выкинет и куда. Иностранная территория угнетала неестественной чистотой и подозрительно пахла чем-то вкусным. Язык мой, враг мой, всю жизнь борется за независимость от мозгов. Наша промышленность в основном равняется на согнутую жизнью блондинку, страдающую дальтонизмом, плоскостопием и остеохондрозом. Такой уже ничего не страшно, отчего естественно все к лицу. По просьбам наших читателей, наша газета будет выпускаться в рулонах и без текста. Выслушай женщину, и она твоя, хочешь ты этого или нет. Когда ничем не рискуешь, можно и рискнуть. Если юноша приглашает девушку в филармонию, а уже потом ведет домой, он или музыкант, или извращенец. Ничто так не старит женщину, как ее возраст. Если вдруг окружающие смотрят на вас косо, не принимайте сразу все на свой счет. Возможно, вы в Японии. Сначала было слово, а уже потом была ложь. Вот так годами терпят нас и живут рядом с нами, так ни разу толком и не изменив, храня верность черт знает кому. Если в тире вы выбили 500 очков из 100 возможных, вы везунчик, сзади стреляли в вас, а попали в мишень. Наш уровень жизни и их уровень смерти. Ничто не делает нас такими честными, как чужое преступление. Невыносимых людей нет, есть узкие двери.
женщинам в мужчинах нравятся больше всего вторичные половые признаки: дача, машина, зарплата. Куда ни ступала нога человека, там еще жить можно. Цивилизация там, где никого нет. Если вы голой распахнули дверь и дама не вскрикнула, то либо это ваша жена, либо вот такой вы мужчина. Чтобы жизнь обрела смысл, надо что-то коллекционировать. У всех жизнь примерно одинакова, но одни считают, что живут в сумасшедшем доме, а другие в сумасшедшем доме сидят и чувствуют себя как у себя дома. Важно найти точку, с которой не страшно смотреть. Женщина-загадка покруче Бермудского треугольника. Волнующая горизонталь груди, нежные линии спускаются вниз и теряются между бедер. Сколько мужчин пропало в этом треугольнике? Если вы проснулись после сильного подпития, сначала ощупайте лицо. Убедившись, что это ваше лицо, можете его мыть, брить, поить и кормить. Ежели при ощупывании лица по невнятному мату вы поймете, что это не ваше лицо, дело плохо. Если левой рукой взяться за один конец оголенного провода, а правой за второй конец оголенного провода, вы поймете, от чего загорается лампочка. Ни одна жена не встретит вас так, как собака. Вынести мусорное ведро 3 минуты. Пес встречает так, будто ты после амнистии. Ходи по стране пешком. Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее. Если вы нашли чужой кошелек, он обычно пустой. А если потеряли свой, скорее всего, полный. Для счастья нужно многое. Для несчастья достаточно ерунды. Если ваша жена вечером нашла в ваших карманах лифчик, трусики, чулочки, ваша задача доказать, что во всем этом вы утром вышли из дома. Мужики, послушайте пострадавшего. Если вы свою любите, ничего ей не покупайте. В том, что есть, она никому, кроме вас, не нужна. Если хотите избавиться, другой разговор. Если ваши подчиненные довольны зарплатой, значит, они воруют. Иногда встречаешь таких людей, что начинаешь чувствовать себя человеком. Остроумие, наглость с высшим образованием. Сколько в мире радостей, в которых отказываешь себе из-за хорошего воспитания. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.